Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев и хочу поздравить выпускников. Сегодня во многих самарских школах прозвучал последний звонок. После торжественных линеек пока все еще школьники решили не расходиться. Ученики собрались на четвертой очереди набережной. Кто устроил праздничный заплыв в Волге и в какой школе самые нарядные выпускники? Репортер вернулся в детство. Я сегодня выпускник. Меня зовут Сидоренко Артем. Я сегодня выпускник. Вместе с Артемом Сидоренко говорят еще сотни молодых людей и прибавляют. 25 мая 2016 года они запомнят на всю жизнь. Таким был этот день. Очень солнечным, очень жарким, очень радостным и счастливым. Таким, что кажется и море, вернее Волга, по колено. Изначально начали 11 класса. Решились. Вода теплая. На предложение репортера еще раз окунуться Константин Байских соглашается. В разговор вмешивается строгая учительница. Объясняет, на сегодня помочили ножки и хватит, нечего простывать. Впереди еще экзамены. Она пока несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. Пока еще они ученики и пока еще за них в ответе мудрые, справедливые и любящие учителя. И только серьезные преподаватели помнят, впереди еще много испытаний. Переживаем, чтобы сдали хорошо экзамены. Ну и это любимый выпуск, да, выпуск, любимчики. Ну, конечно, грустно. Сегодня по всей Самарской области прозвенел последний звонок. Чуть больше 14 тысяч юношей и девушек прощаются со школой. Местом праздничных гуляний в Самаре становится четвертая очередь набережной. Молодые люди в своих лучших костюмах и красивые выпускницы в отглаженной школьной форме и бантиках. Это традиция уже устоявшаяся. Понравилось. Все девочки одинаковые, красиво выглядят. Встали с утра, оделись, чтобы заплести косички, потому что форму надо одевать нормально, чтобы ничего не помялось, все. Привели с мамой, естественно. Очень много впечатлений, как радостных, так и грустных. Все плакали, все радуются одновременно. Это начало нового этапа в жизни, конец предыдущего. Это момент очень волнительный, в то же время ты осознаешь, что скоро ты станешь совсем взрослым. Открываются новые возможности, новые пути для развития. Вместе с учениками, преподаватели и родители. У них сегодня тоже заслуженный последний звонок. Они честно вместе учились, повторяли школьную программу и, конечно же, переживали за каждую оценку. Пока в школе проходило мероприятие, последний звонок, слезы просто лились градом, потому что это такое событие, это у каждого человека бывает раз в жизни. Вспомнилось свой 11 класс. Последний звонок перед ответственным единым государственным экзаменом. Надо постараться сдать на все 100, а потом сделать выбор, куда подавать документы. Впрочем, что лукавить, большинство выпускников давно определились, где бы хотели продолжать обучение. Рейтинги помогают. Самарский университет уже входит в топ-15 ведущих вузов России. Самарский технический университет вошел в число опорных вузов страны. Славится на всю Россию и медицинский университет. Но сегодня выпускники говорят не об этом. В мыслях школа, солнце, небо и, конечно же, весна. Таким был последний звонок для выпуска 2016. Детство, детство, ты куда постой? На сегодня все. Напоминаю, что все новости вы всегда можете увидеть на сайте телерадиокомпании «Губерния». Я же на этом прощаюсь. Всего доброго. Пока.